Всем привет! В этом видео мы распакуем и протестируем блок питания на 5 вольт 20 ампер. И конечно же проверим, выдаст ли он заявленные 100 ватт. Заказывал я его на Алиэкспресс со склада в РФ, приезжает курьером меньше чем за неделю. Итак, упакован как для куска железа он достаточно хорошо, но все равно блок весь кривой. Вероятно, он таким был до того, как его положили в эту белую коробку. Спереди имеем винтовые зажимные контакты, входные фазы 0 земля и выходные 2 плюс и 2 минус. Рядом с контактами есть этот диод и подстроечный резистор для калибровки выходного напряжения. Без нагрузки напряжение меняется от 6 до 7 вольт. Где-то в глубине имеется переключатель входного напряжения с 220 на 110 вольт. Без заземления на корпусе есть половина фазного напряжения, замерял между корпусом и батареей, поэтому лучше, чтобы заземление было подключено. Далее вам будет продемонстрировано, как меняется выходное напряжение от тока. К показаниям напряжения на нагрузке можно прибавить 0,3 вольта, которые теряются на крокодилах. За время теста я несколько раз подкручивал резистор и в итоге выкрутил его на максимум.
Подытоживая, можно сказать, что блок держит 20 ампер, но со значительной просадкой по напряжению. И самое главное, без нагрузки напряжение взлетает до 7 вольт. Если у вас нагрузка вроде светодиодной ленты, то подобные блоки вам подойдут, но стоит их брать с запасом. Я же наивно надеялся, что у него на выходе будет стабилизация напряжения. Но это не так, и для моих целей данный блок не подойдет. Надеюсь, данное видео было кому-то полезно, спасибо за просмотр.